Институт автоматизированных систем создан в 1992 году и по праву является ядром Украинской академии наук. В его составе подразделения, профессионально занимающиеся развитием и доработкой технологий, защитой интеллектуальной собственности, мониторингом перспективных научных разработок в стране, инвестиционной деятельностью. Нам удалось собрать коллектив по-настоящему преданных работе специалистов. И мы пытаемся развивать технологии, которые можно поднять как флаг над всем земным шаром и показать всему миру, чего стоит Украина. Среди технологий, которые разрабатывают специалисты Института автоматизированных систем, хотелось бы выделить технологии создания модульных электронных тренажеров под руководством Кривоносова Виктора Борисовича, маскировочных конструкций от высокоточечного оружия, которые были начаты главным конструктором Института автоматизированных систем, к сожалению, ныне покойным Ткаличем Николаем Викторовичем. Технологии полимерных упаковок для боеприпасов. Ими занимаются Юрий Львович Цибуля и Вячеслав Борисович Виноградов. Несколько подразделений Института автоматизированных систем разрабатывают новые системы стрелкового оружия для спецподразделений. Если можно, я не буду называть фамилии. Специалисты института считают, что очень важной для поддержания здоровья человека является технология, разработанная нашим коллегой Колбуном Николаем Дмитриевичем. Это технология информационно-волновой терапии. И хотелось бы упомянуть еще одну технологию, которую разработал инженер Александр Михайлович Дегтярев. Это технология получения искусственной шунгитной воды. Воду иногда называют марциальной. Первый заместитель директора Института автоматизированных систем Михаил Дмитриевич Топчев собрал вокруг себя коллектив, который способен качественно решать градостроительные задачи. Советую обратить внимание на здания, построенные в центре Киева, по таким адресам. Улица Предславинская, 31/11, улица Анри Барбюса, 5В, и улица Горького, 172. После этого станет понятным, о чем я говорю. Кстати, Михаил Дмитриевич Топчев, один из авторов очень интересной книги, которая называется «Техносила. Украинские ноу-хау в оборонной и гражданской сферах». Институт автоматизированных систем поддерживает работы академика Болотова в области регенерации человеческих органов и в другой технической области. Это область создания новых бронированных материалов, прозрачных и непрозрачных.
институт, и сотрудники института внимательно следят за работами Станислава Васильевича Адаменко. Коллектив, которым он руководит, сделал величайшее, на мой взгляд, открытие в области нерадиоактивного ядерного горения вещества. Всем нам понятно, что нищая Украина сегодня является крупнейшим поставщиком интеллекта за рубеж, и в этой связи не хотелось бы, чтобы открытие моего заместителя по науке Станислава Васильевича Адаменко присвоило себе какая-либо мощная держава. Сегодня трудно представить процесс обучения будущих летчиков, танкистов или космонавтов без применения обучающих автоматизированных систем, которые называются тренажерами. Тренажеры создаются как уникальные изделия для каждого вида динамических объектов. И именно в этом их основной недостаток. Скажем, построен новый самолет. Специально для него делается тренажер. В течение нескольких лет его разрабатывают, изготавливают и, наконец, поставляют в учебные центры. Затем появляется новая модель самолета, и все повторяется снова. На разработку и изготовление тренажера для него уходят годы. Институтом автоматизированных систем Украинской академии наук предложен новый модульный принцип конструирования тренажеров. У нас не было много людей, которые делали свои тренажеры. Поэтому мы пришли к идее модульности конструкции. Вот в нашем понимании модули – это такие части тренажера, которые присущи практически каждому тренажеру. Ну, например, рабочее место, скажем так, летчика или обучаемого. Всегда оно есть, правда ведь? Имитатор визуальной обстановки. Ну, нужно же давать летчику там, или трактористу, скажем так, видение окружающего пространства. Имитатор визуальной обстановки. Шумы нужны ему? Ну, конечно же, шумы. Двигатель работает, там что-то стучит, что-то гремит. Имитатор шумов и вибраций в том числе. Есть приборы. Имитатор датчиков прибора. Есть динамика движения. Имитатор динамики движения. И так далее, так далее, так далее. И вот мы, собравшись, так сказать, все, сделали целую кучу всяких имитаторов. Имитатор визуальной обстановки, который годится, в принципе, для любого тренажера. Имитатор шумов и вибраций для другого тренажера. Имитатор, там, допустим, силовой установки, для любой. Закладывайте туда обеспечение программное соответствующее, будет работать. Имитатор датчиков приборов. Сделали мы на приборы всех существующих в настоящее время типов. Поэтому и получилось, что благодаря вот такому подходу к модульности мы получаем заказ, например, на новый тренажер. Тогда нам остается лишь только привязать существующее оборудование к конкретному изделию. Если это, например, подводная лодка, значит, какая-то часть имитатора будет стоять, значит, какая-то там не нужна. Ну, таким образом, вот из этих имитаторов, как из кубиков, мы можем построить тренажер практически любого объекта.
Независимость программного обеспечения имитаторов дает возможность специалистам института модернизировать любой динамический тренажер без его остановки. По мнению разработчиков, модульный принцип создания тренажеров по сравнению с традиционным имеет ряд преимуществ. Во-первых, резко сокращается время проектирования тренажера. Потому что мы можем, получая задание на новый объект, сразу выбрать состав имитаторов, который необходим для него. Кроме всего прочего, поскольку вот эти модули отработаны хорошо, значит, отличаются повышенной надежностью, хорошей ремонтопригодностью. А поскольку мы делаем это все уже по серийному принципу, естественно, у нас сразу дешевляется наша конструкция. Вот. Плюс уменьшается, скажем так, требование квалификации обслуживающего персонала. То есть не нужно быть там специалистом, программистом, потому что все эти программы, которые в отдельных модулях, они достаточно, скажем так, короткие, поэтому легко тестируемые. Вот. И они заменяются прямо вместе с оборудованием, потому что большая часть их находится прямо в постоянных записывающих устройствах. Принципы создания тренажеров по модульной схеме были проверены при конструировании тренажеров вертолетов Ми-8 и Ми-24, корабля на воздушной подушке, самолета экраноплана. Испытания показали, электронные модульные тренажеры уязвимых мест практически не имеют. Разработчики конструкции «Контраст», взяв за основу обычную маскировочную сеть, с помощью современных материалов и отечественных технологий создали маскировочное покрытие нового поколения. В ходе работ в первую очередь учитывался высокий уровень развития радиолокационной техники и других средств современной военной разведки. Сегодня «Контраст» по своим характеристикам превосходит все известные зарубежные аналоги. А разработчики конструкции любовно прозвали ее «шапкой-невидимкой». Материал маскировочной конструкции содержит полоски ткани, которые окрашены в зеленый цвет. Основа сети выполнена в виде шнуров, соединенных между собой с образованием ячеек. Нити ткани содержат полимерный диэлектрический материал, который поглощает, отражает и рассеивает электромагнитные волны. Конструкция состоит из трех стандартных элементов размером 3 на 6 метров каждый, соединенных между собой быстро распускающимися шнурами. Основное преимущество «Контраста» – его универсальность. Эта конструкция защищает объект от визуального и радиолокационного обнаружения, а также обнаружения в инфракрасном диапазоне волн, тогда как лучшие зарубежные покрытия могут выполнять только одну из этих функций. К тому же, это единственная в мире конструкция, которая обеспечивает маскировку не только неподвижных, но и движущихся объектов.
В 2002 году конструкция «Контраст КМС» прошла государственные испытания, которые проводились на реальных образцах военной техники. В комплексе ПВО «БУК», танке Т-84 и пограничном катере проекта «Гриф», в том числе на предельных скоростях. Сделанные в ходе испытаний замеры показали, что маскировочные конструкции «Контраст» позволяют уменьшить дальность захвата цели средствами высокоточного оружия в 9 раз, тогда как покрытие лучших мировых фирм в 2 раза. При использовании «Контраста» дальность классификации цели радиолокационными средствами уменьшается в 4 раза, а у лучших зарубежных аналогов только в 2. Следует отметить, что «Контраст» устойчив к воздействию моющих средств и горюче-смазочных материалов. Система «Контраст» была успешно испытана в Ираке, где обеспечивала маскировку и защиту украинского военного контингента. В 2005 году группа ученых-разработчиков «Контраста» была удостоена государственной премии Украины в области науки и техники. Тот факт, что деревянная тара совершенно не отвечает современным требованиям военной логистики, был очевиден еще военному руководству Советского Союза. Отсутствие современной боеприпасной тары – это проблема, которая досталась в наследство Украине вместе с миллионами тонн боеприпасов. И как следствие взрывы, прогремевшие в Артемовске и под Новобогданов. 80% снарядов, бомб и мин, находящихся на складах по всей Украине, хранятся под открытым небом. За долгие годы хранения деревянные ящики практически насквозь прогнили, и снаряды проваливались на землю, что снизило их пожаробезопасность при воспламенении. Институтом автоматизированных систем разработана новая боеприпасная тара, которая позволит обеспечить безопасное хранение и транспортировку боеприпасов. Укупорка изготовлена из композитного материала и в сравнении с деревянной имеет целый ряд неоспоримых преимуществ. В первую очередь, это вес. Если деревянные ящики для снарядов весят 25 килограммов, то тара из композитного материала только 12. Деревянные ящики, находясь на открытых площадках складов, теряют свою прочность уже через 5 лет. А композитные сохраняют свои характеристики на протяжении 50 и более лет. При этом такая тара выдерживает температуру свыше 600 градусов, то есть практически не горит. Во время съемок этого фильма мы решили убедиться в огнестойкости полимерной укупорки и поместили оба ящика в костер. На наших глазах, находясь в равных условиях, деревянная тара сгорела полностью, в то время как полимерная только почернела. По
положительной характеристикой нашего изделия является то, что оно не гигроскопично, то есть не впитывает в себя влагу. Оно плавучее и может являться как подручным средством для того, чтобы сделать плот для перевозки каких-либо изделий в боевых условиях. Ценовые характеристики нашего изделия адекватны с деревянными. Если просмотреть тенденцию роста стоимости укупорки, то с каждым годом стоимость этой укупорки возрастает. Наша же укупорка стабильна. Мы делали такую сравнительную характеристику. В 1993 году стоимость деревянной укупорки под боеприпасы составляла порядка 100 гривен. На сегодняшний день стоимость той же укупорки составляет порядка 350-400 гривен. И эта тенденция идет к тому, что с каждым годом она будет все дороже и дороже. Из-за того, что для изготовления деревянного ящика необходимо высококачественное дерево, которое должно соответствовать определенным ГОСТам. Наша укупорка идет по принципу «купил и забыл». То есть мы ее купили, и ближайшие 50-100 лет мы уверены в том, что это изделие будет находиться в своем первозданном состоянии. Технология изготовления укупорки из композитного материала позволяет придать изделию любую форму. Его можно сделать круглым или рельефным, как снаружи, так и внутри. Таким образом, новая тара может использоваться не только для хранения и перевозки боеприпасов, но и любых запасных частей, приборов точечной механики и многого другого. Борьба с терроризмом едва ли не основная проблема современного мира. И для того, чтобы эта борьба была эффективной, нужны не только специально обученные подразделения, но и специфическое оружие, легкое и точное. Ведь стрелять приходится не в чистом поле, а в густонаселенном городе из близкого расстояния. И в этих условиях важно попасть в террориста, преступника, а не в случайных прохожих. Конструкторами Института автоматизированных систем для этих целей разработан пистолет-пулемет АВТ-03, в котором практически отсутствует отдача при выстреле. По точности и мощи выстрела АВТ-03 сегодня не имеет конкурентов среди аналогичных образцов стрелкового оружия. Наша система оружия отличается от всех остальных ниже следующими свойствами. Первое. Они не требуют чистки и смазки, как современные системы. Вот, допустим, английская армия, у них четырехразовое питание в день и трехразовая чистка оружия. Значит, мы выстрелили 50 тысяч патронов,
с одного из образцов, ни разу его не почистив и не смазал. Так как у нас нагар является за одной смазкой данного оружия. Во-вторых, данное оружие не имеет отдачи. Это запатентовано в 1999 году. Это оружие имеет принудительное охлаждение. Кроме того, оружие более легкое, так как оно сделано из легких сплавов, пластмасс и так далее. И очень технологичное. Вот в автомате Калашникова у него там есть целый ряд стали, которые применяются. Одни на пружины, другие идут на стволы, третьи идут, там, допустим, на коробку, четвертые на магазины. То ли это пластмасса, алюминий и так далее. У нас применяется один сорт стали на все. И выдерживает данный ствол не 14 тысяч выстрелов, а более 50, без изменения его свойств. То, что отсутствует отдача в системах, такие предпринимались попытки ранее. Еще в 1932 году первые пистолеты-пулеметы были с такими попытками, но они не выдерживали критики и не выдерживают сейчас. Имеет значение большое приложение силы, где мы снимаем отдачу. Если мы ее будем снимать в противоположном направлении ее распространения, то отдачи не будет. А если по ее распространению, то отдача будет, и будет самообман. Будем говорить, да, у нас оружие без отдачи, вот посмотрите, попробуйте, оно только качается. А наш автомат при стрельбе тянет стрелка вперед. Либо же стрелок остается на месте. Действие, допустим, на плечо стрелка, оно резко замедлено и равно приблизительно 1/100 той отдачи, которая существует в современном оружии. Сегодня внимание конструкторов института сосредоточено на новой разработке – двухкалиберном пистолете-пулемете проекта 09. Эта модель, в отличие от предыдущей, может стрелять разнокалиберными патронами, которые находятся в магазине в произвольном порядке. Институтом автоматизированных систем разработана концепция создания целого семейства стрелкового оружия, построенного по модульной схеме, где большая часть узлов и деталей оружия, которые относятся к разным классам, будет взаимозаменяемой и объединяться в блоки. Оружие наше конкурентоспособно. С 96 года его знают, потому что мы присутствовали на многих выставках, его ценят. Если бы мы взяли на себя эту обязанность,
обязанность, то есть совместно с какими-то предприятиями производить его, мы бы очень сильно пополнили наш бюджет. Бюджет нашей страны Украины. Имя Бориса Болотова известно далеко за пределами Украины. Этот человек расширил пределы знаний о природе до понимания холодного ядерного синтеза и лечения рака, регенерации клеток и замедления процессов гниения. Сегодня на счету Бориса Болотова более 150 изобретений, на которые получены авторские свидетельства. А еще на 350 изобретений и 20 открытий сделаны заявки в Госкомитет по делам изобретений и открытий. Интересен тот факт, что самые ценные его идеи были отклонены как невероятные. Сегодня Борис Болотов предлагает технологии, воплощение которых может стать не только очередным витком научно-технического развития, но и принесет в будущем огромный экономический эффект. Одна из наукоемких технологий. Это холодный ядерный синтез. Я показал, что в природе этот синтез осуществляется, и синтез, и расщепление. Я этим вопросом занимался много лет, очень много. И, наконец-то, экспериментально подтвердил преобразование веществ на очень малых энергиях. На тех энергиях, которые допустимы в обычной лаборатории. Мы конкретно достигли, скажем, преобразования мазута в газ. Скажем, мазут получается после крекинга нефти, его большое количество, все выливалось фактически на свалку. А мы в этом институте нам удалось его превратить в газ, горючий газ. То есть нефтепродукт у нас практически полностью использовался. Дальнейший шаг преобразования этой энергии. Мы осуществляли на преобразовании воды на тоже горючие газы. А вода, оказывается, расщепляется, кислород воды, от кислорода воды, оказывается, не трудно оторвать два атома дезидрия. И кислород воды превращается в углерод. То есть мы получаем из воды углеводороды. Мы получили и метан, этан, пропан, пентан, бутан, все нефтепродукты. Украина не может быть голодной в энергетическом плане. Энергию мы получаем из воды. Мало того, что энергию, мы получаем нефтепродукты. По сути, все, что у
у нас производится из нефти, все это мы можем производить из воды. Еще совсем недавно получение воды из воздуха казалось научной фантастикой. Однако, как утверждает Борис Васильевич, решение этой проблемы найдено. Мы знаем, что в воздухе в виде пара находится целый океан воды. А взять ее никак не можем. Дождь идет там, где его не особенно и надо. А вот где его надо, там, особенно Арабские Эмираты, там, Африка и так далее. А мы дождь такую монтировать в небо не можем. Но это условно. У меня из 384 наукоемких технологий есть и такая технология. То есть технологии получения воды из воздуха. И полностью отработанная методика. Я ее доказал. Много лет назад Болотов поставил перед собой задачу никогда не болеть. Но очень скоро понял, что официальная медицина в решении этой задачи ему не помощник. Руководствуясь принципом спасения утопающих, дело рук самих утопающих, Борис Васильевич, изучив медицинские науки и несколько десятилетий занимаясь исследованиями в этой области, пришел к поразительным результатам. Я не врач, но я опираюсь на позиции истины и с точки зрения медицины достиг регенерации конечностей. Это весь мир уже об этом говорит. Как это? Не врач достиг регенерации, а обращение этого не могут. К нам обращаются десятки мам, у которых родился ребеночек без пальчиков на правой ручке, на левой, и даже без кисти рук, даже без ручки родился, ручки нет. Вот. Мы фотографируем эти ручки детей. Мы говорим, что можно отрастить это дело. Это либо путем введения наших лизирующих клеток, либо это стимуляция рептильных клеток. Ну, пока мы не можем освоить, пока это Василий Филиппович в институте денег пока это нет на эти эксперименты, чтобы провести и достичь регенерации уже отсутствующих конечностей после рождения. Но у нас определено в институте, где директор является Сапунков, она
Анатолий Александрович. Вот. Замечательный человек, ученый, хорошо все это дело организовал, но из-за слабого финансирования он тоже не может поднять дела. Хотя мы в этом институте открыли 5 отделов. Отдел по регенерации отмороженных конечностей, отдел по регенерации уже ампутированных конечностей. У нас целая армия людей с ампутированными конечностями, и ног, и рук. Отдел по регенерации внутренних органов. У нас был хороший результат. Отдел по регенерации конечностей, которые не родились, которых не получилось. И отдел по регенерации зубов и глаз. Это, у меня опыт был с глазом, когда я отрастил глаза. Видите, Магдичу. Одно из подразделений Института автоматизированных систем успешно решает градостроительные задачи. Современные здания, расположенные в центре Киева на улицах Максима Горького, Анри Барбюса и Предславинская, построены с использованием современных технологий и органично вписываются в архитектонику города. Имеет институт и собственную производственную базу. Она предназначена для выпуска как экспериментальных образцов разработок института, так и для их серийного производства. Разработки специалистов Института автоматизированных систем находят свое применение, в частности, при производстве волокон из базальтовых горных пород. Технология производства волокон из горных пород
достаточно простая. Берется обычный камень, плавится, и из него формируется волокно. Казалось бы, все очень просто, но внутри этой технологии изложено большое количество разнообразных ноу-хау, которые позволяют формировать волокна с заданными уникальными свойствами. Данные волокна нашли применение в различных отраслях промышленности, а также были использованы при проведении высокотехнологичных разработок Института автоматизированных систем, в частности, при создании новых маскировочных покрытий. Помимо лидерных технологий, представленных в этом фильме, Институт автоматизированных систем предлагает и множество других перспективных разработок гражданского назначения. Хочется верить и надеяться, что наши политики и наше правительство обратят, наконец, внимание на те технологии, которые разрабатывает не только Институт автоматизированных систем, но и многие подразделения, работающие на Украине. И тогда мы все вместе покажем всему миру, чего стоит Украина.